Всем привет, продолжаем проходить Death Stranding, директор Кат. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Сейчас, мы там бомбу вчера разминировали. Сейчас же должна быть моя любимая глава, четвертая. С этим чуваком-то, как его там, блять. С этим, с датским чуваком, датский, я уже не... Мат Мэккинсон, во. Он тут охуенную роль играет, мне до чего он нравится, блять. Ёбаный в рот, только не музыка, блять. Шмара хуевский, блять. Ёбаный в рот, нахуй. Сука, заткнись, нахуй. Нахуй ты картридж же сломал, блять. Эй, Майк, эй, блять. Блять, нахуя ты поешь, блять, ненужный момент, блять, идиот. Погоди, ну направо. Давай, поехали. Все чисто. Добро пожаловать, Сапортер Бриллис. Сейчас мы подключим хиральную сеть нам. Блять, S-ранг дали. Я три раза зафейлился. Дали S-ранг. Как это, блять, работает? Еще три точки надо. С этого в этом сделали. О! Опа, очки, автомат. Как много пиздобольства, блядь. Зачем мне лишний болтунем? А, побольше автоматов нам. Так, изготовить снарягу. Thank you.
типа Первая мировая война, но Вторая мировая и афганская получается, да. Там уже или вьетнамская, мы там где-то в тропиках. Все три вот эти мне нравились, нахуй, вообще хва. Бля, сам актер пиздатый, блядь. Уб автограф получить. Он реально вошел в роль, да. Верни мне ББ. Отдай мне ББ, я что-то такое говорю. Вот верни ББ, я запомнил. А вот вторую я не... Вот остальные фразы чуть не очень. Этот момент нравится, блядь. Я прям балдею. Владимир Антонов, Мат Маккинсон, Унгер. Почему Мат Маккинсон сам Владимиром? Долбоебизм какой-то. Только не бери. Вообще падаем. Вообще я так не скидываю. Блять.
Право, блин. Много не бери, иначе будешь помочь терять. Thank you.
сам его не найдет, ты ее собьешь. Не, если ты сказал много детей, значит ты теряешь. Раза надо. Нужно подкрепление. Пошли. Что такое?
Ай, блядь. Опа. Огнеметчик, блядь! А, сзади стреляют! Бля, в этот раз я со второго раза прошел. В прошлый раз, наверное, с шестого раза только прошел. Все, погибал и погибал, блин. Я не помню даже, как его зовут. Ну, позабыл. Сейчас скажет, он жетон прочтет. Thank you.
Видишь, если бы я не помер, было бы S. Сэм, слышишь меня? Да. Все в порядке? Где это я? Не поняла. Что со мной случилось? Только ты вышел из распределителя, буря сразу утихла моментально. И плотность Хиралия тоже упала. Я же попал в бурю, и я был на поле боя. Спишь на ходу, Сэм? Связь прерывалась всего на секунду. Нет, нет, гораздо дольше. Там был солдат. Он хотел забрать ББ. Ну-ну. Ребенок может подтвердить. Сэм, мы с тобой говорили меньше минуты назад. Не может быть, я пробыл там несколько часов. Ты бы передохнул немного. Ладно, проехали. Я иду. Жаль, я не могу тебя встретить. Да, знаю. Из-за малыша. Будь осторожен. Я буду ждать тебя с нетерпением. Давно меня никто не навещал. Че, поспать надо? Исследовательской группы Кира. Однако сначала у мамы были сомнения в его жизнеспособности. Она считала, что у Кюбида изъяты. Возможно, и... Это объясняет странный феномен, что ты наблюдал, и всплеск Хирали. Загляни к маме, послушай, что она скажет. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сапор Родригес. Да. Счастливого пути. Доброе утро, сэр. А пакет с кровью не создать, да? А, да. Хотя бы две штуки иметь. Что еще? Он мне же нахуй не нужен. Я тут мост построил, блядь, да вдвоём, блядь. Вчера классно так лопнулся, блядь. Ну хули я заснул, блядь. Я даже не понял, как это произошло, блядь. Thank you.
как ты это делаешь? Ну так, делай. Оп. Поза, блядь. Ой, блядь. Как отдалить? Мне кажется, даже того так четко. И поза где, когда он там. Сфотка, типа, я это, мой пикап. Быстро ответил. Я гарантирую четкий пикап.
Все, заснула. Она не может пить мое грудное молоко. Но такая имитация позволяет унять боль. Что это? Это моя дочь. А я ее мама. Не бойся, она связана только со мной. Не такая, как другие твари. Ты же видишь, да? Прибор работает. Поэтому я не могу уйти. Пошли со мной, что стоишь? Насчет суперячейки. Дай взрослым поговорить, пожалуйста. Спасибо. Посмотри. Это плотность хирали на момент ее появления. Но потом почти сразу она упала до нормы. Другими словами, буря длилась меньше секунды. Это невозможно. Ладно, давай посмотрим, что зафиксировал твой браслет. Все немного безумно, но только не ты. Временные метки подтверждают твои слова. Я могу только предположить, что ты застрял между двумя хронотопами. Двумя хронотопами? Чё? В штабе сейчас разбираются. Они могут только анализировать частотный спектр. Но этого должно хватить, чтобы вычислить, куда тебя забросило. Опять хиральный всплеск. Ночью она больше плачет. Плотность хирали растет в областях, подключенных к сети. Но куда быстрее, чем я прогнозировала. Это же плохо, так? Да. Больше связей, больше хирали. Однако в Бриджесе предвидели такую проблему. И поэтому я встроила в Кьюпиды специальные датчики-ограничители. Но у тебя он, видимо, неисправен. Супер-ячейка и темпоральный феномен, возможно, как-то с этим связаны. Ты хочешь сказать, что если я продолжу расширять сеть, темпоральных феноменов станет больше? Может. Или будет новый выход смерти. Но у тебя есть решение? Конечно, у меня есть решение. Собственно, вот оно. Надо просто встроить ограничитель в этот новый кьюпид, что я собрала. Ты сказал, что придешь, и я и подготовилась. Типа нахуй, да? Отлично. Кризис миновал. Нет, кризис не миновал. Нужно полностью переписать программное обеспечение. Ну, перепиши. Да, я не могу. Я отвечаю за железо. Программы писал другой человек. И где нам его найти? Ее. Ее зовут Лопни. Она состояла в Бриджесе 1. За ней нужно пойти в горный узел. Ладно, мне все равно нести туда кьюпид. А, ясно. Хорошо. А, ну вот опять. Чё, типа, все у нас сегодня. Сейчас, блядь, надо вот сюда хуярить, короче. Вот. Ну, да, где-то так. Вот она база. Вот так вот. А, вот до чего такое еще. Насколько я помню. Вот так, короче. Короче, где? Я сейчас точно скажу. Вот дорога.
проходит вот так, блядь. А, погоди. Спиздел. Короче, вот дорога, она проходит, вот она, да, вот, проходит вот так. Вот, проходит вот. А, да, вот так проходит. Ну, короче, я не знаю, что я показываю, как долбоёб. Все, я ушел, подписывайтесь. Блять, не то сделал.